Экс-министра земельных и имущественных отношений Башкортостана Евгения Гурьева признали виновным в превышении должностных полномочий. Кировский районный суд Уфы приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же год. Также Гурьева лишили права занимать государственные и муниципальные должности на 2 года. Суд пересмотрел действия министра, исключив квалифицирующий признак в виде наступления тяжких последствий. Прокуратура республики сообщила, что не согласна с переквалификацией и с чрезмерной мягкостью приговора. Надзорное ведомство намерено обжаловать решение суда. Суд отошел от первоначальной версии обвинения. Значит, поэтому мне сейчас сложно комментировать до конца. Поэтому сначала получим приговор, изучим, посоветуемся с адвокатом. И дальше будет какое-то такое решение. Напомню, по версии следствия, в 2015 году экс-министр организовал продажу 2 земельных участков на улице Менделеева, минуя конкурсные процедуры. При этом их кадастровая стоимость была занижена вдвое и составила 26 миллионов вместо 52. В 2018 году Евгений Гурьев согласовал обмен в пользу одной из фирм складского помещения, которое находилось в госсобственности. Получив объект, предприниматель выкупил его у Минземимущества за 22 миллиона рублей. Впоследствии объект был продан. В результате республиканскому бюджету был причинен ущерб на 518 миллионов рублей.